Всем добрый день! В этом видео хочу вам показать простой рецепт приготовления биостимулятора роста для рассады своими руками. А для этого нам понадобятся картофельные ростки. Ростки содержат в себе множество минеральных веществ, витаминов и фитогормонов роста. Такой состав будет стимулировать рост рассады, повышать ее иммунитет, улучшать развитие корневой системы, делая рассаду более коренастой, крепкой и здоровой. Итак, чтобы приготовить биостимулятор роста своими руками, необходимо взять 100 грамм ростков, это где-то один стаканчик. Далее ростки нужно промыть в воде и замочить в растворе соды для дезинфекции. На литр воды добавляем 1 столовую ложку соды и оставляем на 30 минут замачиваться. Далее наши ростки промываем в простой воде, достаем и нарезаем их как можно меньше. Затем берем литровую банку и помещаем туда наши ростки. Заливаем доверху водой и оставляем настаиваться на сутки. Спустя это время раствор процеживаем и делаем опрыскивание нашей рассады или делаем полив под корень. Такую подпитку можно давать раз 10-14 дней. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.